Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Вот и наступил конец месяца, и время показывать раскрашенные работы. Я обожаю это время, ну, как, в общем-то, и многие. Мне нравится смотреть, что раскрасили другие. Ну и сейчас я покажу, что я за сентябрь раскрасила. В этом месяце у меня было не так много работ, как обычно. То есть имеется в виду, что планы я выполнила, а вот вне плана я раскрасила довольно-таки мало. Но, например, кто смотрит видео постоянно, знает, что вне плана у меня была Ханна Карлсон. Я раскрасила там несколько иллюстраций. Я думаю, в принципе, это даже лучше, чем если бы я раскрасила вне плана там 10-20 раскрасок по номерам. Хотя я считаю, что это тоже было бы хорошо. Раскраски по номерам я очень люблю. Особенно вот эти детские из серии «Волшебные раскраски». По сути, я очень рада, что этот месяц был для меня более легким. Я никуда не спешила. Если что-то я, как мне казалось, не успеваю, я не нервничала, а соответственно в итоге все успевала и снимала не только хобби-влоги, но еще и лайф-влоги тоже ежедневно. Так что считаю, что это даже очень неплохо. Начну это видео вот с такой огромной раскраски «Ванильные сны». Она действительно огромная. Я в этом месяце ее поставила в планы. Она у меня, в общем-то, и появилась как раз-таки. И я думала, что в планах она у меня будет каждый месяц. Я ее буду с удовольствием раскрашивать. И, в принципе, мне процесс понравился. Но я не доделала иллюстрацию. Но при этом я считаю все планы выполненными. А данную раскраску я больше не буду ставить в планы. Она у меня будет, знаете, из такого разряда, когда вот я буду раскрашивать потихонечку и по мере раскрашивания что-то показывать. Поэтому давайте я покажу, что у меня здесь уже есть. Ну, я не знаю, вот у меня просто реально идут раскраски, а типа картины по номерам не очень. Собственно, вот на чем я остановилась. Краски у меня тут рядом стоят. Я надеюсь, что в октябре я иллюстрацию доделаю, но просто вот она пойдет у меня вне плана. Да, тут все падает, задеваю. Так, уберу ее так в сторону. Ну и давайте пойдем так по порядку, что я тут положила. Загадочные кошки. Тут мы красим вместе с Оксаной по порядку. И в этот раз вот такая физиономия получилась. Мне надоело использовать черный, коричневый, серый, хотя это самые эффектные цвета. Я использовала в этот раз яркие, да как, в общем-то, здесь и предлагается. Ну, в общем, физиономия симпатичная. Ну, а в октябре посмотрим, может быть, это опять будет какая-то стандартная палитра. Следующее – это цветовой квест «Города». Здесь мы также красим с Оксаной. Да, собственно, в основном мы вместе-то и только и красим. Вот эта иллюстрация получилась. Ну, я не буду долго здесь останавливаться. Далее это цветовой квест «Животные», которую мы также красим вместе с Оксаной, но у меня эта раскраска появилась намного раньше. Тогда еще Оксана не снимала даже видео, насколько я помню, про раскраски. Я только ей еще предлагала. И поэтому я закончила ее как бы раньше. То есть мы распланировали по месяцам все, что у меня было не раскрашено, но остальное Оксана уже как бы догоняет. В общем, получилось так, что в этом месяце я раскраску закончила. Видео у меня есть, кому интересно, посмотрите. Ну а вот в этом месяце
Вот такая была иллюстрация. Ей я и завершила раскраску. Так что, как правило, я беру в планы 30 раскрасок. И поскольку и эту раскраску я закончила, значит, у меня освободилось место для чего-то. Помимо этого, вот эту я добавлять не буду, значит, еще одно местечко освободилось, чему я очень рада. Не потому, что что-то мне не нравится, а ну, хочется что-то еще посерьезнее. Просто всегда такая дилемма, что хочется и посерьезнее что-то взять, и в тот же момент хочется и по номерам. Далее колортроник. Тут мы с Оксаной раскрасили вот эту иллюстрацию. Тут у нас слон получился такой яркий, ну, как, в общем-то, палитра и предложена. Люблю эту раскраску, под маркеры идеально. Я начинаю с раскрасок по номерам, потому что, ну, вот они у меня так на полочке, знаете, лежат, чтобы было красиво, от большой до маленькой, поэтому и снимаю с полки я таким образом. Вот еще одна раскрасочка, цветовой квест «Мир животных». Когда-то я ее не оценила, ну, в смысле, эту серию, а сейчас я ее очень-очень даже люблю. Так, и в этом месяце была сделана вот эта иллюстрация. Тоже маркерами. Правда, здесь еще предлагается что-то дорисовать. То есть вот это уже был цвет нанесен, но нам предлагалось сделать такой рисунок. Но я не люблю все это. Мне нравится просто раскрашивать. Далее идут у нас раскраски из серии, ну, в общем, от издательства «Клевер». Вот эти вот замечательные. Очень их люблю. Так, животные. Животные я сама раскрашивала у Оксаны, пока нет такой раскраски. Но, надеюсь, она появится. Я специально обвожу вот здесь. Мне нравится такой эффект. С удовольствием красила, отдохнула, расслабилась. Пейзажи мы уже красили вместе с Оксаной. И это как раз к началу осени мы раскрашивали. Я, правда, припозднилась. У нас был совместник. Оксана выложила видео первой, ну и я потом. Простенько, но зато, опять же, с удовольствием. И третья раскраска из этой серии «Волшебные миры». Тут мы тоже раскрашивали вместе. Ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. Тут был вот такой гриб, тоже к этому совместнику. Ну, как-то вот, понятно, грибы и летом есть, но почему-то вот ассоциация такая с осенью. А тут еще и моя любимая цветовая гамма. Так что вообще кайфовала. И еще одна по номерам. Вроде как больше по номерам нет. «Мир транспорта». Я из двух одну сделала, и теперь могу раскрашивать маркерами здесь. Вот так получилось. С обратной стороны очень нравится смотреть. Ну, хотя здесь, вот видите, ой, погасло, сейчас надо включить. Не могла понять, что происходит с кольцевой лампой. Я грешила на напряжение, но на самом деле, видимо, проблема с удлинителем, хотя он вообще-то новый и как бы печалька. Все делают сейчас на соплях. Извините за выражение. Просто я как раз давно хотела себе удлинитель с USB и вот купила. Ну, давайте продолжим дальше. Это уже «Златовласка». Это иностранная раскраска. У меня их, в принципе, не так много, но дело в том, что
Как-то у меня сейчас вообще нет никаких хотелок. То есть я по-прежнему обожаю раскраски, по-прежнему буду про них снимать. Но вот именно нет такого ни среди российских, ни среди иностранных каких-то изданий, вот такого, чтобы я что-то прям захотела приобрести. Я довольно лениво думаю про несколько, но именно лениво – ключевое слово. А так, мне бы лишь бы нравилось. А в этот раз я вот это раскрасила. Да, я ее покупала у Милы, если что. Обзор, конечно же, тоже есть на моем канале. Он вышел где-то либо в конце декабря, либо в начале января. Вот. Плейлист «Хобби-обзор». Здесь сухая пастель, мэджики, полихромосы, сухая пастель у меня Мунга, немножко черного карандаша Кохинур Хардмув Силки Блэк. В общем, раскраска очень хорошая. Но единственное, что, конечно, жаль, я всегда говорю, нельзя акварелить тут, скорее всего, даже несмотря на односторонние иллюстрации, потому что печать здесь, видимо, закрепителя пожалели, но в целом она замечательная раскраска. Следующее это Autumn Scents Тереза Гудрич. И тут у меня раскрашена вот эта иллюстрация. Здесь также мэджики, сухая пастель Мунга. Есть и Дервенты, возможно, полихромосы, и Ашан, и Фикс Прайс. Тут все что угодно может быть намешано. В том числе вот здесь вот я добавляла гуашь. И в итоге мне нравится вот здесь глянец. Тут такое матовое, шершавое. Ну, короче говоря, разные такие текстуры. Это здорово. И раскраска замечательная. Я ее раскрашиваю не только осенью. Купила я ее также в конце декабря и с огромным удовольствием. Не сказать, что я прям каждый месяц здесь раскрашиваю, но, может быть, через месяц вот так. Кстати, думала, что это раскраска по номерам последняя, что я показала, но нет. Мир вокруг нас. И да, про свободные местечки в планах. Я же еще хочу пропустить, ну, в этом месяце не добавлять Звездные войны, несмотря на то, что я ее очень люблю. То есть, может быть, я раскрашу вне плана, но по плану не будет. Так что что-нибудь новенькое добавлю. Мир вокруг нас. Эта раскраска появилась у меня давно, поэтому она у меня как бы под фломастеры. Ну и раскрашивала я вот это. Мы красили, в принципе, тоже вместе с Оксаной на совместник. Ну, может быть, что-то Оксана другое выбрала, потому что, опять же, у меня раскраска появилась раньше. Вот так она у меня достаточно неплохо заполнена. И я очень, наверное, расстроюсь, когда она у меня закончится. Волшебный мир Средиземья, опять же, вместе с Оксаной и по порядку. В этом месяце у нас была вот эта иллюстрация. То есть даже если разворот, мы все равно красим одну какую-то сторону. Ну, по порядку, в смысле, не какую-то, а именно по порядку. Здесь по традиции вот это я красила манделузами, это мэджиками. Тут еще присутствует берлинга, металлик. Это масляная пастель пентель. Здесь тоже манделузы, ашан. Сухая пастель Мунга. Здесь вот белые ночи в основе. Тут вот виста артиста. Что еще-то здесь добавлено? Да много чего. Немножко вот тут вот мэджики серые. Здесь брутфунеры квадратные, которые появились у меня в этом месяце. Тут Кохинур Силки Блэк на носах. Ну, в общем, разнообразие материалов. А, дервенты здесь еще, я не помню, дервенты дроинги или колорсофты. В общем, что-то из этого.
такая иллюстрация. Так что вот это все у нас уже с Оксаной заполнено. Ну, тоже есть у меня полистушка, кому интересно, посмотрите. Это у меня плейлист «Раскрашенные работы». Теперь «Тайны стихии, земля и огонь» Виктории Дорофеевой. Очень люблю эту раскраску, она просто прекрасна. Здесь у меня раскрашена вот эта страничка. Здесь я использовала дервенты, призмы, полихромосы, сухую пастель Мунга, наверное, Ашан 50 цветов. В общем, тоже все. И я вот также не делю, знаете, карандаши на дорогие и дешевые. У меня разные есть и, безусловно, еще будут. Но я просто, например, сейчас покупаю, как вы знаете, многое поштучно, но зато то, чем я реально пользуюсь. И вот беру, какие цвета мне необходимы, и тут вот абсолютно такая мешанина и из дешевых, и из дорогих карандашей. Эта раскраска просто прекрасна. Ну, тут у меня получился уже такой разворот. Следующее это как раз-таки Ханна Карлсон. Дневные грезы. И здесь вот она у меня шла не по плану. Давайте-ка я вот это уберу в сторону. Здесь у меня все было не по плану. Почему-то мне прям очень хочется раскрашивать здесь. Я сделала, во-первых, раскрасила вот этот листочек с персонализацией. Ну, ничего подписывать я не стала. У меня не такой почерк, чтобы что-то подписывать. Я уже один раз в Джоанне Бесфорд испортила. Здесь также, в принципе, наверное, мешанина, хотя нет, здесь в основном, по-моему, эти брутфунеры вот квадратные, которые, потому что мне как раз очень хотелось их потестировать, ну и сухая пастель Мунга. И вот здесь вот белое, это акрил-луч. Здесь еще, здесь тоже вот эти самые брутфунеры. Ну, акрил, мне понравилось раскрашивать вот мухоморы, даже не обходить вот эти кружочки, точечки, а уже просто потом белым акрилом, и получается вполне неплохо. Так, здесь у меня разворот уже давно раскрашен. Сейчас найду, что еще у меня тут. Вот это. Эта страничка была давно раскрашена, и в этот раз я вот это сделала. Немножко как бы кажется бледновато, но мне в данном случае нравится. Я люблю яркие работы, но вот тут сочетание хорошее, потому что вот это достаточно ярко, и здесь вот немного сухой пастели. Причем я совсем-совсем немножко добавляла, и это не петербургская пастель, это тоже Мунга, которая довольно-таки яркая, но я прям по чуть-чуть добавляла и растушевывала. Карандаши здесь преимущественно тоже брутфунеры, потому что я тут вот отрывалась по полной, мне хотелось все пробовать. Это еще не все. Была раскрашена вот эта иллюстрация также. Тоже использовала брутфунеры и сухую пастель Мунга. И немножко черный карандаш. Мне вот это сочетание очень понравилось. Ну, правда, знаете, в жизни посимпатичнее выглядит. Ну вот так вот можно показать. А это я уже давно раскрашивала. Мы, по-моему, с Оксаной вместе тогда красили. Здесь вроде все уже, насколько я помню. Все показала. Вот три иллюстрации пошли вне плана. Это вообще супер. Дальше идет
Мария Тролли в час заката. Здесь вроде бы... Я уже не помню, что я красила. В любом случае, много чего. Да, в общем, вот такая иллюстрация. Надо, кстати, свериться на всякий случай. Да, господи, я подумала, что у меня запись прервалась. Просто у меня новый телефон, и вроде здесь запись не должна прерываться. Мне просто не хотелось бы. Так, сейчас скажу. Да, все верно, именно эта иллюстрация. Фон я здесь не делала, потому что я его в данном случае не вижу. Если когда-нибудь увижу фон здесь, то сделаю. Но пока пусть лучше останется в таком виде. Следующая раскраска — мандалы. Вообще очень странно, почему она здесь оказалась, потому что крайний раз я красила эту мандалу, но мне кажется, что то ли я ее не записала, то ли что. Ну да ладно. Проверю сейчас, может быть, в том месяце. Ну да, получается, в том месяце я ее раскрасила. Почему она оказалась на этой полке, непонятно. Далее снова Ханна Карлсон «Расцветный час». Я обычно чередую, чтобы уложиться в 30 раскрасок. Вот. И в этом месяце как раз она у меня и была по плану. Так, и здесь я раскрасила вот эту иллюстрацию. Она мне понравилась. Вот реально, я уже забыла, что я здесь красила. И сейчас, когда я смотрю, понимаю, что да, вот то, что надо. Получилось все такое... Фон пастельный, по сути дела, такая вот, что это, мотылек, бабочка, что нюдовое такое. На фоне немножечко гелевые ручки с блестками. В общем, хорошая работа. Я осталась довольна. Далее идут геоморфозы. Тут мы также красим вместе с Оксаной. Так. Сейчас покажу, какая. Вот эта иллюстрация, ну, честно говоря, так себе, очень довольно средненько. Тут и мандалузы, и еще что-то, я уже, честно говоря, забыла. Но преобладают мандалузы. Ну, честно, я как бы люблю раскрашивать подводный мир, но... Ой, очень много здесь мелкоты, хотя не все так плохо. Тоже такая, по сути, пастельная иллюстрация. Хрупкий мир. Вот, может быть, постепенно верну Керби Розанеса в планы. Здесь я раскрасила вот эту самую первую страничку. Наверное, мандалузы здесь были, а может и нет. Да, скорее всего, мандалузы. Но с обратной стороны все прилично. В общем, вот так. Далее идет раскраска Дарьи Сонгс «От времени». Тут я доделала вот эту страничку, это давно было раскрашено. Пока я ничего не склеиваю, подожду. Раскрашивала детской акварелью «Луч», дервентами, берлинга, карандаши «Металлик». В общем, и берлинга мэджики, и мэджики, по-моему, кахенуровские. В общем, всего по чуть-чуть. Вот такая иллюстрация. Ну и в теории ее я начала в январе, и хорошо бы в январе следующего года, да, закончить. Ну, не знаю, я уже в этом сомневаюсь, но крашу каждый месяц. Рита Берман «Под лупой» – это подарок от Оксаны. И... Здесь у меня раскрашена вот эта иллюстрация. Не помню чем. Абсолютно не помню. То есть, возможно, как раз-таки брутфунерами, а может быть, чем-то другим. Фон «Сухая пастель». Простенькая иллюстрация. Ну, ее же тоже надо раскрашивать. Я вот, правда, думаю, вот это не раскрасила. Но, может быть, так и правильнее оставить. В этом месяце у меня с книжного склада появилась самая страшная раскраска. Ну и поскольку она, я
привыкла теперь, купила и сразу начинаю. Я сделала вот эту иллюстрацию. Здесь у меня брутфунеры и металлики Берлинга. Так, прекрасные цветы. В прекрасных цветах я сделала вот эту иллюстрацию. Она мне нравится. Я даже вот здесь вот прочертила, типа как стол, ну, как смогла. Здесь мэджики, ну, наверное, полихромосы, может, еще фикс прайс, скорее всего, сухая пастель Мунга, стандартный мой наборчик. Мне нравится и раскраска, и как получилось. Дальше весенняя нежность. Раскраска появилась у меня в начале сентября. Ну да, в общем, вот такая девушка получилось. Кожу я раскрашивала, но как бы сделала ее такой достаточно светленькой, рыженькой. Вот. Дальше раскраска для маркеров «Фантазия». Эти раскраски появились у меня одновременно, еще вот это «Ванильные сны». И я начала прям с первой странички, раскрасила маркерами, как и положено. С обратной стороны тоже прикольно смотрится. Здесь вот картонка. Обзоры все на моем канале есть. «Загадочный лес». Я обожаю эту раскраску. И в этом месяце у меня вот эта вот иллюстрация. Вот это. Так что теперь у меня целый разворот. То же самое, сухая пастель Мунга, полихромосы. Мэджики, дервенты, вот это дервенты, полихромос, наверное, мэджик, мунга, черный карандаш, это вот тоже дервенты, но это Color Soft, это граффитинт. Следующие удивительные цветы, также люблю раскраску. Здесь вот такая иллюстрация. Какие карандаши, не помню, скорее всего, тоже брутфунеры, но могу ошибаться. Хьюги раскраска. Здесь я масляной пастелью Пентель вот эту иллюстрацию раскрасила. Котики, мурмур-терапия. Тут точно у меня брутфунеры. Я хотела потестировать разные цвета, и вот, собственно, потестировала. И мне показалось, что без фона гораздо прикольнее. «Удивительные животные» тоже любимая моя раскраска. Не представляю, как я вообще без нее жила раньше. И в этом месяце я раскрасила эту иллюстрацию. Вот. Мне понравилось, как птичка получилась. Ну и, в общем, акварелила. «Чай и кофе». Тут у меня, простенькая иллюстрация, такой вот чайный пакетик. Очень хорошая. Я люблю раскрашивать единорогов. Это мне Марина с Юлей дарили. Мы раскрашиваем вместе с Оксаной здесь. На фоне штабила деко. Перламутровая, ну, также здесь маркеры и все такое. Такая вот простенькая, миленькая иллюстрация с обратной стороны, вот так. Штабила здесь не протекают. И следующая тоже раскраска замечательная.